6, 5, 4, 3, 2, 1. Чем мы там охмелять будем? Будем охмелять. Будем за основу брать каскад и в конце чинок добавлять. Очень вкусно. Прям понравилось. Не думал, что он так вкусно пахнет. Говорит человек, который только нюхал, а не пил. А ты что, матюки мои пишешь, что ли? Да я вырежу потом, может быть. Запикай. Я тут слышал, СО2 на потенцию влияет. Негативно. Положительно? Негативно. Не знаю. Чё. Сколько его нужно выжрать? Это надо в баллон дышать. Не, ну это как бы вот курение, да, ты СО там вдыхаешь, СО2. Это угарный газ, это разные вещи вообще. Да? Конечно, что это не в химическом учился. Нет. Хорошо, что кто-то учился в химическом. Кто учился в химическом, тот и будет варить все. Да. Кто на что учился? Да. Бип-бип. А вы куда едете, сударыня? Позвольте спросить. На фестиваль пива. Да. Я тоже буду нюхать. Так выскочило. Пока не промазали поворот, передай пару слов нашим соратникам, которые не смогли присутствовать на сей мероприятии. Суки вы, вот и все. Поимённо, пожалуйста. Ладно, нет, все, мужики, все нормально, суки. Ну, да, достаточно жарко, если бы вы там были, там вообще жара была, особенно Коля. Зато сам еще был хорошо, тоже как и я, невысокий, в принципе, да, стелется по земле. И он мог бы ползком поползти и попить, так рука такая спать не